все, закончили? Да? Ну, закончили, да. Торжественно открывать. Лучше, чем на Тверской или Москва-Верхней. Нет, закончили, там ждем просто сборку мебели. Почтовые отделения в селе Ершово уже принимают посетителей после проведенного ремонта. В течение недели здесь соберут еще мебель в одном из помещений. Там разместится торговая зона. Сейчас самыми востребованными услугами в отделении стали отправление посылок и получение интернет-заказов. Посылки маленькие. Да, то, что через интернет заказывают, да, 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 все да, удобно. Да. Да. Очень быстро, удобно. Потом для пенсионеров мы очень нужны для оплаты коммунальных услуг, так, потому что пенсионеры не владеют айфонами. Им мы просто необходимы. Глава округа Андрей Иванов осмотрел помещения, в которых появились кондиционеры и санузел, оценил проведенные работы, пообщался с сотрудниками и посетителями почтового отделения. Это и есть образцово показательно выполненный ремонт, когда и фасадная группа, и прилегающая территория, где будут оставлять коляски мамочки, которые придут на почту, велосипеды, возможно. И то качество ремонта, и то качество мебели, которое мы видим внутри, тоже все вот образцовое. Перед входом есть площадка для детских колясок. Здесь же можно будет оставить и велосипеды. Для их парковки оборудуют специальные ячейки. На клумбах для красоты высадят цветы. Также в отделении планируется установить банкомат одного из крупных банков. Такой запрос тоже на встречах бывает. И все хотят банкоматы видеть тоже где-то в той местности, в которой живут. В Ершовском почтовом отделении работают 4 человека. 2 почтальона, оператор и начальник. В зоне обслуживания около 5000 жителей Ершова и 6 деревень. 2 доставочных участка, да, почтальон сейчас в настоящее время у доставки. Вот. Но жалоб от населения здесь нет. Здесь отделение связи достойно, хорошо работает и качественно предоставляет услуги. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».